Молодежные патриотические организации за возрождение народных дружин. Законопроект об участии граждан в охране общественного порядка принят Государственной Думой в первом чтении. Ивановские активисты горячо поддерживают новую законодательную инициативу. С предложениями стать дружинниками ребята обращались к прохожим. Многие совсем даже не против. Так что с принятием закона у сотрудников полиции появятся помощники. Добровольные народные дружины, по нашему мнению, должны заниматься не только охраной порядка в плане бытового, от хулиганства различных, мелких правонарушений на улицах, но и обеспечивать порядок на улицах наших городов от того, что может повториться в России то, что было на Украине. Вы видели, что творилось на Майдане, во что превратился Киев, центр Киева, другие украинские города. Мы этого не хотим. Добровольные народные дружины должны поставить щит на пути таких преступлений.